Всем привет, друзья! Меня зовут Ксения, я являюсь партнером компании Skinny Body Care. Сегодня просто решила записать это видео, как говорится, мысли вслух. Вчера просто увидела результат применения нашей сыворотки. Смотрите, какой результат потрясающий. Видите? Я просто в шоке, друзья, от такого результата. Посмотрите еще раз. Я сама применяю сыворотку больше 10 месяцев. Перестала пользоваться тональным кремом. Я просто накладывала на себя вот такую штукатурку. Раньше, сейчас у меня только в косметичке один крем. Наша сыворотка. Супер средство, супер продукт. Заменила все крема мои. Хотите, я расскажу, что мы здесь делаем в нашей компании? Мы не бегаем с каталогами, мы ничего не продаем. Мы раз в месяц для себя любимых, заказываем одну баночку, один флакончик этого крема. Больше ничего не нужно. Нам не нужно продавать, нам не нужно больше заказывать. Нас компания не напрягает. Один раз, всего лишь один флакончик этого крема и неограниченный заработок. Я считаю, это идеальный бизнес. Бизнес дома, бизнес со своими родными, со своими детьми. Обучение у нас бесплатное, классное. Обучение дома. Сидишь дома и обучаешься. Партнеры наши, меняется жизнь, супер меняется. Жизнь как? Покупка квартир, покупка машин, какой-то отдых экзотических, не говоря уже о каких-то мелких покупках и своим детям, самим. Друзья, действительно компания меняет жизнь здесь. Люди зарабатывают, партнеры зарабатывают. И те, кто говорит, что это лохотрон, друзья, я думаю, знают все Роберта Киосаки, Дональда Трампа. Ну, я не буду сейчас перечислять их всех. Это известные люди, миллионеры. Роберт Киосаки написал книгу «Богатый папа, бедный папа». И в своей книге он рассказывал о способах стать финансово независимым человеком. И один из этих способов был именно сетевой маркетинг. Так почему вы считаете, что этот человек тоже лохотрончик, что ли? Нужно слушать именно успешных людей, а не того человека, кто сказал, здесь лохотрон. Кто здесь не заработал, значит, просто он ничего не делал здесь, не прикладывал никаких усилий. Любой человек на работе, даже будь то он охранник, если его уволят на работе, когда хозяин, например, застал его спящим на рабочем месте, что он скажет своим друзьям, когда его уволят? Он скажет, что это хозяин плохой, а не то, что он не выполнял свою работу. Еще часто слышу такое выражение: только деньги потерял. Ну как так можно говорить, друзья? Мы для себя купили крем. Вы когда купили, например, холодильник домой, и вы тоже говорите: ой, я деньги потерял. Нет, потому что холодильник стоит. Также у вас крем остался. Здесь все зарабатывают, кто хочет. Кто выполняет действия. У нас определенные действия, обучение. Поэтому, друзья, еще компания, нужно выбирать правильную компанию. Компания наша Skinny Body Care, она молодая компания, но она очень стремительно развивается. Стоит в мировых рейтингах на первых местах. Поэтому нужно здесь успевать зарабатывать, хорошо зарабатывать. Приходите в нашу компанию, друзья, мы вас научим всему. Пока-пока.